You are likely somewhat familiar with the book of Jonah. Ну, наверняка вам известно содержание книги Ионы. But I want us to have some time to give some background information to this book. И сначала давайте рассмотрим общую информацию, касающуюся этой книги. Jonah was probably written around 780 BC. Книга Ионы была написана примерно в 780 году до Рождества Христова. And like Amos, Jonah is directed to the northern kingdom of Israel. И так же, как и книга пророка Амоса, эта книга обращена к Израилю. This was written during a time of weakness for the Assyrian Empire. Она была написана в не самые лучшие времена Ассирийской империи. And that will become very important later on. Это обстоятельство будет важным далее. The name Jonah means in Hebrew the word dove. В древнееврейском языке имя Иона означает голубь. There are times in the Old Testament where Israel is referred to as God's dove. А в Ветхом Завете иногда Израиль называется голубем. It's a term of endearment. Божьим голубем. And Jonah is mentioned elsewhere in the Old Testament. 2 Kings 14:25. Иона упоминается в 4 книге Царств, в 14 главе, 25 стихе. We know that he came from a small city in the northern kingdom of Israel. Мы знаем, что он выходец из небольшого города. The city of Gath-Hepher in the land of Zebulun. Из города Завулона. Давайте мы сейчас прочитаем. Из города Гафхифера. В Гафхифере на территории племени Завулона в северной части Израиля. Там жил он. Now, the reason that is particularly interesting for us as Christians is because of what the Pharisees said one time to Jesus. Нам, христианам, это особенно интересно, поскольку однажды фарисеи сказали Иисусу Христу. Now, of course, Jesus came from the northern part of Israel. Иисус вышел с северной части Израиля. And the Pharisees said, check and see in the Old Testament, no prophet has ever arisen from the land of Galilee. И тогда фарисеи сказали ему, смотри, в Ветхом Завете ни один пророк не выходил из Галилеи. Well, they were mistaken. Они ошибались, они заблуждались. Jonah came from the same region. Потому что Иона выходец из той же самой земли, из той же самой территории. So we always like to catch Pharisees in a mistake. Поэтому фарисеи, как мы видим, не всегда бывают правы. Не всегда хорошо изучают Завет. Okay. They're not always good at studying the scriptures. Very good. The theme of the book of Jonah is that God's mercy and compassion extends to the heathen nations as well as to Israel. Тема книги Ионы заключается в следующем. Божье милосердие и сострадание распространяется и на языческие народы, если они готовы покаяться. This book is very highly regarded by the Jews even to this day. А даже сегодня евреи с большим почтением относятся к книге Ионы. On one of the most important holy days of the Jews, the Day of Atonement. У евреев есть особый праздник, называется он Днем Очищения. Jonah is read in its entirety. И эта книга читается в День Очищения, в самые торжественные моменты. But throughout the ages, Jonah has been a much ridiculed book. Но на протяжении веков над этой книгой скорее подшучивали и подсмеивались. That's partly because of the miracle that we especially associate with the book of Jonah. И воспринимается она с некоторой насмешкой, потому что там изложено достаточно большое количество чудес. But from my perspective, the miracle that we're probably thinking about with Jonah is not the most miraculous in the book. Но с моей точки зрения, то, что воспринимается как особенно чудесное в книге Ионы, не является таковым по сравнению с другим событием, которое, наверное, не воспринимается как чудо. Jonah, out of all the prophetic books, is unique. Из всех пророческих книг книга Ионы является уникальной. As we saw in the study of Amos, there are prophetic discourses, sermons that Amos gave. В книге Амоса мы видели пророческие дискурсы, такие пророческие повествования. But there is none of that in Jonah. А в книге Ионы мы такого не обнаруживаем. It is one historical narrative. Это историческое повествование, исторический нарратив. And God's message comes through the historical narrative. И вот через этот исторический нарратив до нас достигает послание Божье.
In English, when we have fairy tales and fables, в английском языке, когда мы читаем сказки какие-то, we begin with once upon a time. Начинаются они примерно так. Однажды, как у нас начинаются сказки, жили-были. Okay, similar in Russian, okay. But Jonah does not begin with once upon a time. Но книга Ионы такими словами или такими фразами не начинается. The word of the Lord came to Jonah. Начинается она так. И было слово Господне к Ионе. This is history. Это история. And the book of Jonah is the most powerful missionary book in the Old Testament. И книга истории — это наиболее впечатляющая миссионерская книга во всей истории. In this book, what we get to see is God's heart for all the nations of the world. Здесь мы увидим, что Бог неравнодушен ко всем народам, живущим на земле. And this is the only time we find in the Old Testament where God's prophet is sent to the heathen nations. Это единственное место, единственная книга, когда Божье послание должно достигнуть языческий народ. And there is very obviously a point of application for us today as we study this book. И, конечно, вполне очевидно его применение для нас сегодня, для современного мира. And that is that if God's heart is to reach the lost, so should ours be. И если Бог хочет достичь своей благой вестью весь мир, в том числе языческие народы, то и нам с вами должно заниматься тем же самым и иметь такие же желания. Now, the historical setting for any piece of literature is very important. Всегда очень большое значение имеет исторический контекст любого события. And nowhere is that more important than studying the book of Jonah. И поэтому в данном случае при изучении книги Ионы для нас также важен исторический контекст. So let's take a minute and set the historical context. Поэтому давайте мы сейчас его немножечко рассмотрим. The king at the time that Jonah was prophesying or during his ministry was Jeroboam II. Во времена пророческой деятельности Ионы царствовал царь Иеровоам II. Same king who was ruling in the days that Amos prophesied. Это тот же самый царь, который правил во времена пророческой деятельности пророка Амоса. Jeroboam II was a very successful king of Israel. Это был очень успешный такой царь Израиля. He extended the borders of Israel. Он расширил границы Израиля. Almost to what they were when David was the king. До тех, какие государства имело при царе Давиде. He traded with neighbors, so commerce came in. Коммерция была достаточно на высоком уровне. Он вел торговые отношения с другими народами. It was a time of great economic prosperity. Можно сказать, что это было время экономического процветания. Unfortunately, it was also a time of great spiritual apathy. К сожалению, одновременно с этим это было время ужасной духовной апатии. And idolatry flourished in the time of Jeroboam II. И при Иеровоаме II идолопоклонство достигло практически своего пика. We read in verse 1, the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai. В первом стихе мы читаем, и было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. We don't know very much about Jonah the man. Что касается Ионы человека, то нам о нем мало что известно. The name of his father's name means truthfulness. Amittai. Имя его отца Амафин означает правдивость. But we will get to know Jonah very well by the time we're finished. Но к концу изучения этой книги, я думаю, личность Ионы раскроется нам гораздо более широко. Verse 2. Второй стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». All right. Jonah has been commissioned by God. Бог посылает Иону to go to the city of Nineveh and preach against it. Идти в город Ниневию и проповедовать в нем, проповедовать против этого города, ибо злодеяния его велики. Nineveh was the capital city of Assyria. Ниневия был столичным городом в Ассирии. There was a city by the name of Nineveh mentioned all the way back in Genesis chapter 10. В книге Бытие в 10 главе также упоминается некий город под названием Ниневия. Likely located in the same area that the Nineveh of Jonah was located. Который, скорее всего, находился в том же самом месте, где находится город Ниневия, который мы сейчас с вами разбираем, упомянутый в книге Ионы. But this particular Nineveh is what archaeologists call Neo-Nineveh.
Но this or that. Yes, this. It's a rebuilt Nineveh. Но вот этот самый город Ниневия, о котором мы с вами говорим сейчас, археологи называют Нео-Ниневия. And from its position, Nineveh controlled almost the entire ancient world at this time. И в то время этот город Ниневия, благодаря своему расположению, контролировал практически весь древний мир. At its height, if we have Nineveh over here, если город Ниневия находится вот здесь, and this is the nation of Israel. А вот это народ израильский. And the Mediterranean Sea. Средиземное море. Then Nineveh and Assyria would control all of the Fertile Crescent. И Ассирия контролировали все в полосе плодородных земель. All of Egypt. Плодородный, так называемый плодородный полумесяц, то есть это Египет. And all of this region. Весь вот этот регион, всю вот эту территорию, which would later be controlled by the Babylonians. Который впоследствии будет контролироваться вавилонянами. At this particular time, during the days of Jonah, в это самое время, во дни Ионы, Assyria was ruled by a relatively weak king called Shalmaneser. В Ассирии правил достаточно слабый царь Салманасар. Shalmaneser ruled over the largest city in the world. Nineveh was huge. Он был правителем в одном из самых крупных городов мира, потому что Ниневия была очень и очень крупным городом. And the distance between Nineveh and Israel was about 650 kilometers. Расстояние между Ниневией и Израилем составляло примерно 650 километров. And Jonah has the stewardship to go from Israel all the way to Nineveh to preach. А Ионе было дано поручение выйти из Израиля и идти проделать вот этот весь путь до Ниневии, чтобы там провозглашать волю Божию. Now, the problem is, Jonah hated the Ninevites. Проблема лишь была в одном. Ионе были ненавистны, а не ниневитяне. The Assyrian Empire was poised to come sweeping down and destroy Israel. Ассирийская империя буквально напала на Израиль и разрушила его. They were the most powerful nation on the war in the world. Это был один из самых сильных народов во всем мире. Jonah did not want to go to Nineveh. И Ионе совсем не хотелось идти в Ниневию. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now, we know that Nineveh was a very advanced city. Мы знаем, что Ниневия был очень таким продвинутым городом. There is a myth that ancient peoples were very backwards and ignorant. Существует миф, что древние люди люди невежественные. And that is simply not true. Но это просто не так. The Assyrians were known for their architecture. Ассирийцы известны своими архитектурными достижениями. For their art, they had a huge library. Искусство там тоже развивалось, у них была крупнейшая библиотека. A center for music. Это был центр музыки. The language was very complex, very precise. Их язык был очень сложным и очень точным. But Nineveh and the Assyrian Empire were very evil and very wicked. Но при этом, при всем, Ниневия и вся Ассирийская империя были очень недоброжелательными, очень враждебными по отношению к другим народам. They worshipped as many as 3,000 to 4,000 gods. Они поклонялись примерно 3,000 или даже 4,000 различных богов. They were known for gross immorality. Они были печально известны своим исключительно аморальным поведением. And they were known for incredibly cruel treatment of prisoners of war. И невероятно жестоким отношением к военнопленным. For an example of how cruel they were in warfare, you can read 2 Kings chapter 18. Для того, чтобы представить себе, насколько жестоко они обращались с военнопленными, можно обратиться к 4 книге Царств, 18 главе. And you would read Rabshakeh's speech while the armies of Assyria are camped outside Jerusalem.
с 19 стиха. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь сирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» и так далее. И вот дальше в этом повествовании мы можем читать о том, насколько жестоким было отношение к военнопленным и вообще к чужим народам. So, Nineveh is guilty of great evil. Итак, Ниневия — это город зла. And Jonah is not told to preach to Nineveh. И Ионе дается поручение проповедовать не ниневитянам, but against it. This is a message of judgment. А против ниневитян. Другими словами, это есть пророчество осуждения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.